Друзья, всем привет. Сегодня шел через барахолку, увидел такого сокровища. Они, правда, это я сейчас их разложил уже. Они лежали все в куче. Толком и не понять было, что это блесна. Продавала бабушка. Вот я посмотрел, что блесна все еще времен СССР. И решил их забрать все. Бабушке приятно. Она идет домой с денежкой. А мне приятно, что в моем арсенале появились вот такие вот замечательные железки. Советские блесна, вы знаете, всегда работали, работают и, думаю, что будут работать. Они недорогие по сравнению с теми, которые продаются сейчас. Ну, сейчас в основном все Китай, но это совдепия, и совдепия очень хорошие. Покупкой доволен, пополнил арсенал, ящик станет еще тяжелее на килограмм рыбацкий, но ничего. Все, ребята, всем спасибо, пока, до новых встреч, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, всем пока.